Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Андеркун. Мы продолжаем проходить StarCraft 2 на сложности эксперт или Brutal для английской версии. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас там есть. Протосследование. Хранилище строится мгновенно или газа на 25% больше заходку, то есть быстрее газ добывается. Конечно, газ выбираем. Хранилище — это тайминг. Просто вовремя их подстраивать, а вот эта штука ускорит нам возможность какой-то тех покупать. Арсенал. Как думаешь, мы могли спасти больше колонистов? Нет. Если честно, нет. И если ты еще сомневаешься, то у тебя парень крыша поехал. Был ведь, наверное, другой выход. Если бы мы вовремя обнаружили вирус... Слушай, если даже башковитые протосы со всеми их технологиями и псионикой не смогли с этим справиться, то мы и так сделали слишком много. Бывают в жизни огорчения. Ну, блин, это как бы немножко не огорчение, это жесть какая-то. Викинги. О, викингов нужно, урон по области и дальность нужно улучшать, конечно, будет обязательно. Здесь пока ничего, здесь пока ничего. Викингов просто однозначно берем. Это мега полезный юнит в компании. Тут вообще даже рассуждать нечего. Так. Что у нас здесь? Новости. И снова с вами лучший и единственный источник информации. Донни Вермиллион на канале UNN. Беженцы продолжают поиски безопасных планет. Их корабли двигаются в сторону центральных миров. Донни, сегодня император Менгск заявил, что он приказал боевому флоту Доминиона не допускать беженцев в космическое пространство центральных миров. Это наводит на мысль, способны ли корабли Доминиона открыть огонь по мирным судам? Комментарии генерала Борфилда. На сегодняшний день все наши усилия сосредоточены на сопротивлении нашествию зергов на центральные миры Доминиона. Другими словами, генерал уклонился от ответа. Если солдаты Доминиона откроют огонь по безоружным людям... Кейт, мы ведь не возьмемся предсказать, как поведут себя наши ребята. С вами был Донни Вермиллион на телеканале UNN. Ну, что так, короче... ...внезапно обнаружил, что управлять империей — это не только принимать парады и толкать речи. Ну, как бы хреново у них с пропагандой в этом далеком будущем. Скажешь теперь, что ты меня предупреждал, что не надо было лететь на Агрию. Не собираюсь бить лежачего. Ну, не повезло. Бывает. Ну и потом, твои кореша-протосы сейчас гордятся тобой до судорог. Меня не волнует, что там считают протосы. Мы сами эту кашу заварили, сами со всем и разобрались. Ну, блин, спасли хоть кого-то. Слышал об инциденте в лаборатории. Сочувствую. Ты только не забивай себе этим голову. Мой тебе совет. Живи проще. Никаких связей. Никаких ниточек в прошлое. Только ты и Вселенная. Нормально так. Мне кажется, что все, что мне дорого, разлетается на куски. Это не твоя вина, друг. Подумай, что было бы, если бы беженцы с Агрии прилетели на населенную планету. Это Хэнсон могла крупно подставить тебя. Тош, как всегда. Помогает. Так, Мэтту нечего сказать. Мне очень жаль, что так получилось с Рельсом. Но у вас не было выбора. Да, хороший мальчик Мэтт. Так, что у нас дальше? Гала, садный танк, Бельшир. Не люблю я бельширские миссии, но... Галы. Здесь, в принципе, нам нужны будут только в рейты. Миражи. Там миссия, в принципе, достаточно такая. Покатушечная, можно сказать. Ее, конечно, идеально проходить, имея Science Vessel. Так, ладно, тогда все-таки начнем с Бельшира. Тошевского. Вот, смотри.
Выглядит симпатичнее Редстоуна, правда? Обычно я стараюсь избегать стычек с протосами, если это возможно. Это не простые протосы. Это секта фанатиков, называющих себя Талдарим. Они верят в то, что Тирозин — священный дар Зелмага. Если протосы вызовут воздушный флот, они раздавят нас, как тараканов. Свон, загрузи-ка новые чертежи в базу данных арсенала и наладь производство голиафов. Если их противовоздушные орудия так же хороши, как раньше, то мы продержимся. Ладно, Камбуй, делай. Будут тебе голиафы. Как мы доберемся до Тирозина? Видишь алтари? Мистики из секты Талдарим используют их для добычи Тирозина. Подходи и добери канистры. Наши КСМ смогут донести канистры до базы. Но нужно будет защищать их от нападения. Угу. Если повезет, мы сможем улететь с добычей прежде, чем нас обнаружат Талдаримы. Ладно, приступим. Так, я смотрел ачивки на эту миссию. Там вроде бы первая — не дать им закрыть ни одного алтаря. А вторая — это не потерять ни одного SCV-шки. В принципе, не так уж сложно. Вообще, конечно, самый шик в этой миссии — это вынести протосов вообще полностью. Но там очень много штормов, колоссов, прочей веселой лабудени у них на базах. Так что это непросто. Так, поехали. У нас факта, у нас барак. Кстати, викингов в этой миссии можно вполне использовать. Потому что здесь будут и колоссы, и воздух тосов. Или что, контрол не сделал, не сделал. Так, нам нужны будут медики. Давай, качай потихонечку. Тут у нас рядом база протосов, которую хорошо бы быстро выбить. Так, поехали медиков штампанем. Потом можно будет сразу пехоту делать. Чуть-чуть все-таки будем мариков подстраивать. Потому что хоть галы и викинги у нас тут будут. Вообще мародеров на самом деле хорошо. Мародеры и викинги, если я правильно помню. Хорошее такое сочетание для этой миссии. Ну как четенько. С соплячиком получилось. Так. Начнем потихоньку мариков подстраивать. Сейчас минералы надо раскачать. Галлы всего 50 газа, кстати. Так, нужен сопляй очередной. Варпиги. Надо уже мародеров потихоньку. Гала построим. Погоди, не горячись. Нам всего лишь нужно немного газа. Ты обернуться не успеешь, у нас уже и след простыл. Давайте побольше газа. Осквернить дыхание жизни. Воины, покарайте всех, кто осмелится прикоснуться к алтарям. Протосы приводят войска в боевую готовность. Судя по всему, они попытаются уничтожить наши КСМ во время сбора Тирозина. Предлагаю собрать мощный отряд и обходить алтари по одному. Ну, это дело на самом деле чешет. Внимание! Талдарим запечатывают алтарь с Тирозином. Приехали.
ошевеливаться, иначе мы не сможем добыть достаточно тирозина. Так, нам нужен будет здесь немножко обороны против пацанов. Заодно тут будем репейриться. Так, Марайдеру Викинги может быть все-таки попробовать, потому что тут будут шторма, тут будут колоссы, тут много такой неприятной фигни у противника. Надо будет базу побыстрее выбивать. Сопляйчик строим. Что это было? Так, тут турелька нам пригодится, потому что они воздухом будут нормально напрягать. Ой-ой-ой-ой-ой, вот я с саплаями и завтык сделал. Галов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Оба второй, наверное, барак ставить, но я галами заменяю. Ну хотя, в принципе, мародеры пока потянут. Давай. Если больше кликать, то быстрее минералы доберутся. Так точно, сэр. Давай, удиви меня. Вооружен и опасен. Сейчас рванет.
Вот именно поэтому я хочу строить мародеров. Потому что шторма здесь просто жесть, как доставать будут. О, колосса убили, хорошо. Миксик такой получается, дурной. Наземка без апгрейдов, конечно, но что делать? Пошли, 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 парни, пошли. Фух, успели. Так, все, это есть. Да, еще исследование протосов же есть. Блин, КСМ-ку. Начинаем потихоньку собирать. Сколько у меня викингов? Еще парочку сделаем и харе. Угу.
Блин. Отлично. Вот и первая канистра. Что за спешка? Конечно. Вооружен и опасен. Угу. Летят утки. Все, пехоту прогрейдили. Да, ресов тут мало. Месторождение минералов выработано. Не нужно было, наверное, все-таки наверное, и технику, и воздух строить, но где там элитные пехтуринцы? Все, погнали прикрывать. Подчинились немножко и хватит. Нам еще вот там нужно будет протосовскую реликвию взять. О, все, я зафейлил. Да, я не успею. Не успею просто никак. Плохо затаймил. Нужно было сразу после отбивание предыдущего просто. Темплар не успел жахнуть. Да, никак не успел. Ох, я успел. Офигеть. Так, машина у нас хорошая, в принципе. Сильно много из CV-шек. Ну ладно, переживем. Все, чините мне викингов. Угу. Викинги тут, конечно, просто лучшая штука. Вот так.
одного гала, одного викинга добавляем потихоньку. Там никаких не было дурацких штормов, которые я пропустил. Ох, у меня звук выключен, офигеть просто. Меня, наверное, ни черта не слышно было. Упс. Так, это что? Это сюда. Так. Опа. Улучшение на атаку. И как холосы классно выпиливаются вообще. Забираем тирозин. Раз. Так, ребятки, не стойте. Не, никакого гелика. Вот этого парня. Тут, кстати, и даймондбеков можно было бы использовать с их бонусом по армору. Целям. А, блин, они два сразу сейчас будут закрывать. Протосы послали за вами авиацию. Защищай КСМ. Иначе все пропало. А, вот так просто. Тихо. Так, ты парень счастливый, выживший. Двигай. Чё, по грейдам? По грейдам все норм. Большая часть канистр уже у нас. Так, ну что, рискнем сразу три взять вот этих вот центральных. Сейчас они алтарь попробуют запечатать. А у Даймондбека какой рейндж? Шестерка, да? Такое себе, короче. Вот так. Вот такой у нас лимит будет. Злой. Не зря я хейвеновскую миссию сначала сделал. Намного проще эта миссия проходится именно с викингами. А, все. Че, апгрейды идут. Что у них по воздуху? В бронировании 18-50. Улучшение завершено. Угу. 12-20. Ну, то есть посильнее, чем викинги бьют. Но у нас у викингов сплэш и рейндж огромный. Блин, ну давай. О, вот они, вот они, вот они. Это что? Угу. Ну давай, давай, попробуй. Ну что, много убил? Ну вот викинги здесь божат просто в этой миссии. Не нужно никаких там сумасшедших толп-галов. Ну, и мародеры, да, понятно, чтобы землю разбивать.
Да, вот же она. Так, ну походу мы взяли ачивки все. Я надеюсь. Я не помню, какие у меня были выполнены раньше. Да, уж злоупотребили. Да. А, ну страсть к разрушению, ни одного КСМ не потерять, это... А, я потерял одного, кстати, в этот раз. А, когда они тогда бункер пробили на второй базе. Охо-хо-хо-хо. Да, я там карбанул, конечно. Ну, взял ачивки, которой не было. Как викинги зарешали вообще, а? Сэр, я получил зашифрованную передачу из неизвестного источника. В ней утверждается, что Тош участвовал в секретном проекте «Лезвие тьмы». Для развития псионных способностей призраков они использовали Джорий и Тирозин. Все так. Мы фантомы. Призраки нового поколения. И когда ты собирался все это мне рассказать? У всех есть свои маленькие тайны, мистер Рейнер. Я ведь ничего не замышляю против тебя. Может быть. Но чего добивается тот, кто отправил сообщение? Мэтт, ты можешь как-нибудь вычислить источник передачи? Нет, сэр. Но сообщение заканчивается словами «Скоро увидимся». Это, наверное, Менгск. Он пытается стравить нас. Ты же не дашь ему этого сделать. Отложим разговор до тех пор, пока я не выясню, откуда сообщение. А за тобой, Тош, я буду присматривать. Ну, попробуй. Забавный чувак. Так, ну что, поехали. Новые наемники Галы, ну, не знаю. Новых исследований у нас нет, у нас не хватает до следующего уровня, да. Это Тош, чертов псих, Джимми. Вечно мычит себе что-то под нос и цацкается со своими куклами. Ну и ладно, разнообразие вносит. Кто-то же должен компенсировать твою утонченность и изящные манеры. Да он же ненормальный, братуха. Я понимаю, что иногда у всех немного сносит башню, но тут случай особый. У него явно не все шестеренки на месте. Он, кстати, смотрит на тебя сейчас, чувак. Все еще не доверяешь мне, брат? Пока не определишься, обсуждать нечего. Я повторяю, погибли тысячи людей. Произошедший несколько часов назад взрыв на военном заводе Доминиона вызвал цепную реакцию, в результате которой несколько кварталов жилого района, где проживали семьи рабочих, были стерты с лица земли. Служба безопасности Доминиона утверждает, что это был теракт, совершенный повстанческой группировкой Джима Рейнера. Но наше собственное расследование указывает на то, что на территорию завода проникли агенты с уникальными способностями к маскировке. В связи с чем напрашивается вопрос – могут ли беглые призраки, о которых мы упоминали ранее, все еще представлять угрозу? Кейт Локвилл, специально для UNN из центрального мира Нефер 2. Тош. А, нет, в лаборатории же мы были. Арсенал. Что там у галов? Одновременно стрелять по воздушным и наземным целям. Неплохо. Дальность ракет на 3 и пушек на 1. Неплохо. Но пока нет. Пока, наверное, подождем. Так, что нам на мостике скажет Мэтт? Что скажешь об этой зашифрованной передаче? Честно говоря, я не знаю, сэр. Если Тош действительно фантом, то понятно, почему Менгск пытается вас стравить. Но ведь и Тош явно что-то скрывает. Если мы хотим победы революции... Ты прав. Мы должны быть уверены в своих союзниках. Давайте посмотрим, что там у нас еще с Волгалой. Мебиус,
Хаоса Ксил. Можно доставить еще один артефакт с мертвой планеты Ксил. Они уже посылали. Ну, наверное, вот это задание можно сделать. Бойцы на позиции. Мы готовы к угону. С танками там достаточно сложно. Это нужно будет вообще зависнуть на нем. А здесь можно попробовать по-быстрому пройти. Бою он слишком увлекается. Так что придется бегать за ним и время от времени выручать из беды. Тут осевишек подов не дофига. Нам необходимо будет уничтожить все базы Доминиона в округе. Думаю, нам удастся перекрыть каналы связи на то время, пока он не справится с задачей. На Кархале ничего не должны узнать. Мэтт. Что нам известно об этом Одине? Это экспериментальный супербронированный робот, разработанный для ведения продолжительного боя на передовой. Очень мощная машина. Отлично. Значит, даже Тайкус его не сломает. Начинается. Вперед! Вперед! Так. Я вот не совсем помню, какие здесь ачивы. Сейчас посмотрим. А, у меня тут все, что выбрано. Так. Машина войны, прочность сегодня должна падать ниже 30%. А второе какое? Локи уничтожить. А, все, вспомнил. Там будет этот батл-крузер такой особенный. Хватит прятаться, давай, 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 давай. Так, ну Тайкус, если что, потанчит. О! Штучка. Сэр, ваша находка представляет для меня живейший интерес. Было бы замечательно, если бы вы занесли этот образец ко мне. Включите автотурели! Опустите меня к этому. О-о-о, за малым. Фейл. Я все пытался, чтобы он все перетанчил, но получилось как-то не очень. Я там накрабил в тот момент, когда дрыгался под огненными турелями. Ну пошел. Хватит прятаться, мальчики и девочки. Блин, тут медики вот пригодились бы с усиленным хилом. Нормально. Не трать мое время. Обалдеть. Дайте-ка порулить. Сейчас никому мало не покажется. Стой на месте, Тайкус. Мы вышлем подкрепление, они тебя прикроют. Упс. Попляшите у меня теперь. Тайкус! Мать твою! Стоять! Как слышишь меня? У него отказал передатчик, сэр. Он вас не слышит. Да. На базах Доминиона включаются системы защиты. Как всегда. Живее стройте базу. Придется бегать за Тайкусом.
Будем надеяться, что он не начнет чудить. Хотя кому я это рассказываю? Печальный Джим. Вот этих бы рабов сразу отправили работать. Ладно, поехали. А, у нас есть пехтуринцы. Так, газку собрали немножко. Он нам на миражи очень-очень пригодится. Усилим. Кому навешать? Так что дальше, командир? Разнести базы? Охо-хо-хо-хо-хо. Я забыл его отхилить. Веселый парень. Лучше бы ты никуда не шел. Блин. Кому горяченького? Бум. Так, вы трое. Медики, чтоб хилили SCV-шек, если что. Мультитаскинг не моё. Она ему особенно не помогать, чтобы... Чтобы... О, да ладно. Так, пока делается все. Круто. Джейми, ты только не забывай меня ремонтировать, и я тебе всю войну выиграю. Сэр, он всегда столько трепется. Ага. Как разгуляется, так не заткнешь. Пол дело сделано. Хороший мальчик. Так, нужно и газ добывать уже. На одних запасах мы не вырулим. Блин, там будут сейчас атаки. Так, нам нужен апгрейд обязательно. То, что что-то у меня миражей мало. Вральтов. Все, надоело. Пошел гулять. Чтоб тебя, Тайкус. Приказывай, командир. Так.
Ох, да ладно. Все, короче, зафейлили мы, по-моему, ачиву одну. Да, зафейлили. Надо, блин, миражами было подлететь, вижен дать Одину. Чего я не сделал. О, как нас откинуло. Так, пока газ есть. Да, дурацкий танк надо было выбить просто. Крейсеры Доминиона идут на перехват Одина. Горячие головы. Вам нужны миражи? Собьют крейсер без особого труда. Если понадобится еще, их можно будет построить в космопорте. Спасибо. Поехали строить пацанов. Так что дальше, командир? Разнести базы? Эй, Джимми. Алло. Ты меня слышишь? Понял. Есть возражения против поджогов и убийств? Не слышу возражений. Сумасшедший. Кому горяченького? Бум. Все нормально, медик. Я цеху не забиндил. Все, фейл на фейле. Одеться... А, вон из севихи. Катаются. Газ. Да блин, медик, что вы делаете? Тормозим. Ага. Как разгуляется, так не заткнешь. Пол дела сделано, можно и передохнуть. Хорошо, когда есть чем промочить горло. Миражи, конечно, долго строятся. Передавайте координаты. Так, сейчас атака будет на базу с этой стороны. Пивка на куче обугленных вражеских трупов.
мулом цепляю на Одина, чтобы... Блин! Блин, КСМ-ки не то чините. А-а-а, зафейлил я. Что я очень неправильно все делаю. Может, все-таки стоит пехоту с ним послать на вторую базу. Давай, удиви меня. Приказы будут. Плохо, что после первой базы нету сейва. Ну, блин, пехоту тоже посылать, это такое себе. Миражи нужно как-то так мудриться нон-стопом делать все-таки. Займись починкой. Один. Газ-то есть. Так что дальше, командир? Разнести базы? Эй, Джимми. Алло. Ты меня слышишь? Есть возражения против поджогов и убийств? Не слышу возражений. Ну, я пошел. Я понял. Кому горяченького? Бум. Блин, они КСМ их поубивали сразу. Годовье. И опять я завтыкал с саплаями, да? Строим. Так не заткнешь. Поэтому тут Science Vessel так хороши. Можно и передохнуть. Хорошо, когда есть чем промочить горло. Приказывай, командир. Так, миражей у нас побольше. Приказывай, командир. Что может быть лучше
куча обугленных вражеских трупов. Командир, ожидаю приказов. Вектор, бежи. Это армор так и надо делать. Ты всё, почини. Надоело. Пошел гулять. По-моему, здесь надо сделать сейф просто. Координаты получены. Все, GG. Я КСМ их потерял. Вот так нужно уходить от этой штуки. А, блин. Ну да. Короче, его нужно чинить на этом штурме. Очень внимательно. Сколько она лететь будет? Не. Фейл. Что ж делать с этим штурмом? Сразу лететь, что ли? Пытаться пробить. Надо, блин, размикрить того врайта, на которого кидают бомбу. Не успеваю. Все-таки сюда надо как-то... Да ну какая пехота, там осадный танк, бункер, куча пехотинцев, вообще просто жесть какая-то. О, нам убили врайта, на котором была эта бомба. О, блин. Давайте вот так вот. Ух ты, я психанул, да? Забавно. Красная кнопочка.
сделаешь, интересно? О, девочки и мальчики. Блин, они КСМ быстренько выфокусивают. А, да. А. Что, медиков тоже убили, да? Да твою ж дивизию. Сейчас всем не поздоровится, кроме меня. Задавим их интеллектом. Так, поехали ставить базу сразу. Будем пытаться на этой. Да на экономике вырулить. Вам, наверное, нужно время, чтобы подтянуть силы. Старый добрый Тайкус никуда не денется. Угу. Где моя цеха новая? Разбуди меня, когда будешь готов. Ядерная бомба в пару мегатон. Сойдет за будильник. Понятия не имею, что это. Вы можете принести мне образец? Тогда я наверное. Жесть. Да, и с танками здесь проще, и совсем здесь проще. Ах ты говнюк, он мне тут мин наставил, сволочь. О, все. Пора жевать жвачку и драть задницы. Бегом. КСМ, конечно, тут разваливают только так. Сейчас всем не поздоровится, кроме меня. Доктора вызывали? Кому наверх? Передавайте координаты. Блин, ладно, я этого чушку походу не возьму. Сюда нужно с хорошими апгрейдами, видимо, идти. Что происходит?
База уничтожена. Кажется, наш красавчик все-таки на что-то годится. Пожалуй, передохну еще чуток. Ты бы прислал десяток ребят в помощь, Джимми. Так, нас где-то будут штурмовать наверняка. Боюсь, что на дальней базе причем. Не-не-не-не-не-не-не. Надеюсь, на этот раз доминионцы заставят меня побегать, а то я даже не вспотел. Немного газа, хотя газа у меня как раз много. Так. По-моему, еще одна атака будет сначала. Надо проверить. Охо-хо-хо. Сайенс веселями тут в чем кайф? То, что они воздушники, и по ним тут особо не бьет никто. Блин. Так, чё, один жопа? Или не жопа? Боже, ну зачем всегда изображать научных пацанов как каких-то дебилов полных? Отлично. Давайте к Тайкусу, пацаны. Улучшение завершено. Ой, нет, все. Вычинились, да? Тайкус, я думаю, справится, а нам нужно вот здесь вот Локи убить. Есть проблема. На следующей базе эскадрилья крейсеров, а Один не приспособлен к бою с ними. У нас достаточно миражей, но было бы неплохо построить еще парочку на всякий случай. Ресы плохо трачу. Нужен был еще один старпорт с какого-то момента. Я дам тебе время перевести дыхание. Вот так-так. Доминионские очкарики и правда все просчитали. Прошу извинить меня на минутку. Кто там? Боже ты мой.
Никак, Тайхус. Да, один старпорт — это была большая ошибка. Это что? Бегом сюда. Джимми, надеюсь, ты меня слышишь? Иду на последнюю базу. Так, ну не знаю, варпигов туда-сюда. И этих пацанов. Ну, последняя база, по-моему, ничего так простенькая относительно. Вижу Одина. Орудие Ямато к бою. Эй, так нечестно. Блин, пройти бы уже эту миссию. Пораживать жмачку и драть задницы. Да, пройдем. Но, блин, обидно, что в том месте я не смог ничего сделать. Эти свишки, по-моему, умрут. Да, часть из них. Фу, ну хотя бы прошли. Блин, вот здесь Science Vessel очень не нравится мне такие миссии проходить. По-моему, нужно было идти на миссию с танками. Да. Ну, были бы здесь Science Vessel у меня, на которые я очень хотел попасть. Пытался проходить миссии так, чтобы были миссии от Зератула. Я бы легко выполнил, что там 4 Science Vessel делается, и они репарят его. И в отличной форме. Их никто не бьет. Вижу, в холодильнике особо. Ты знаешь, страх и насилие — первоклассный тоник. Должен признать, мы всегда были отличной командой. Ну да. Пока я не сел, а ты не заделался добропорядочным гражданином. Да. Ну, вот. Я думаю, что на сегодня это все. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующий раз. С вами был Андеркун. Пока-пока.